Всем привет, меня зовут Том. Сегодня мы с вами продолжаем проходить нашу с вами игру. Не знаю, любимую, нелюбимую, The Long Dark. Очень холодную игру, черт возьми, потому что когда смотришь на весь этот мороз, аж самому холодно становится, аж у самого мурашки по телу. Смотрите, у нас что-то мелькать начинает. Черт, холодно, ужасно холодно. Друзья, нужно рискнуть. Черт, нужно рискнуть. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Я могу сейчас провалиться. Могу. Прям жестко могу провалиться. Но я рискну. Ибо кто знает, что будет, если я не провалюсь. Мы же выживем. Мы выживем. Есть, все, мы прошли к этому домику. Вообще, мне сейчас что нужно? Мне нужен топор. Либо ножик. Топор, либо ножик. Для того, чтобы в проруби полазить. Леска для рыбалки. А у нас там удочка готовая была. Нафига нам леска обычная. Ткань, тут ткань. Ткани, конечно, куча. Это для того, чтобы чинить одежду. Вот она, видите, прорубь. У нас есть леска. Леска с крючком у нас где-то была. Вот, вот она, вот она. Вот, и мы бы с вами сейчас... порыбачили бы. Так, ну для начала нам нужно, ребят, в дома сбегать. Наверное. Так, давайте аккуратно. Вон там вот были дома. Вот за вот этим вот камнем, на который я смотрю сейчас. Там были дома. Мы туда с вами и пойдем. В поисках ножика. Так, вообще я бы вот так вот прошел. Я думаю, так быстрее. Странно. Может быть, тот чел врал? О, ой. Слом. Туша оленя. Нужен инструмент. Собрать мясо. Сломанная туша оленя. Заморожена. Отлично. Тогда будем знать, что тут есть олень. Видимо, его волки загрызли. Но кушать его можно. Почему нет? Скушать этого оленя можно. Сейчас мы, скорее всего, найдем здесь что-нибудь типа топора или ножа. И как раз мы и оленя соберем. И прорубь прорубим. Аварийный фонарь. А, стоп, стоп. У нас же там... О, куртка! Пуховик! Вау! Вау, ребята! Пуховик — это, конечно, вещь. Носить. Одел. Что у нас было? У нас... А, то есть он еще и сверху одевается. Вот это вообще шикарно просто. Банка кофе. Персики. По-моему, свет стал более крутым, нежели тогда, когда мы играли на прошлом движке. Бутылка воды! Шикарно! Канистра с горючим. Вау! Ну, если только мы найдем человека. Ой, господи, если только мы найдем машину. Понятно. Замороженный труп. Факел. Вообще все беру. Все, что плохо лежит или хорошо. Антисептик. У нас, по-моему, три уже антисептика, так что... Да, у нас три их. В общем, нужно уходить отсюда, друзья. И сейчас мы пойдем в другой домик. Тут как бы два домика было, по-моему. Один вот этот синий. Ну, то есть, не совсем даже домик. Опаньки. Опаньки. Гвоздодер. Гвоздодер. Охренетюшки. Так, а тут домик заколочен. В него нельзя зайти. А, тут еще есть. Тут есть еще. Так, у меня же где-то гвоздодер был. Давайте. Ага, нет. Из него ничего нельзя сделать. Точнее, из него можно сделать инструменты. Ну, то есть, детали. Но гвоздодер ни для чего не нужен. В принципе. Вот тут, по-моему, в этих домах есть камины.
Нужно найти. Аптечка. Набор для шитья и какие-то таблетки. Топливо для фонаря. Шикарно. Просто отлично. Туалет. Источник питьевой воды. Принимает воду. Окей. Хорошо. Пригодно для запасов. Так, запасы, запасы. Где запасы воды? А где? Где они? Куда он их набрал? Пригодно для питья. Тут где-то бутылка. Во, которую можно пить. Пить. Давайте попьем водички немного. Надеюсь, не все 100%. О, все, шикарно. Воды у нас тоже куча. Шерстяные носки. А у нас носки одеты? Да, вот. Давайте вот эти вот возьмем. А эти как-то, не знаю, на ткань. Угу. Отлично, тут рефрижератор, холодильник. Морозилка. Вау! Вы только взгляните. Сколько всего полезного. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Кстати, тут может быть кто-то был. Типа, до нас. Бутылка воды. Все, ребят, мы не умрем с голоду. И от жажды это точно. Главное теперь не умереть от зверей. Или от мороза. Там тоже есть спички. Что у нас тут? Из уст нашего персонажа время от времени проскальзывают какие-то фразы. Не совсем уместные, может, иногда. Книга! Обычный источник знания. Сейчас то, что можно сжечь, когда вы замерзаете. Да, когда наступит апокалипсис, вот такой вот, либо ледниковый период, то книги все будут сжигать. И культурное наследие всего мира стлеет в костре. Черт возьми. Ух ты, чувак. Топор! Топор. Вот это уже куда ни шло. Топор — это шикарно. Так. Выдвижной ящик. Обезболивающее. Насколько у нас огромная сумка. Мы все вот это вот ходим по всем домам. Мы берем всякие ресурсы полезные. Обычные перчатки. Мы собираем все, что можно. Но, по-моему, наша сумка не переполняется. Выдвижной ящик. Ух ты, шерстяные кальсоны. Давайте оденем их. Джинсы, кальсоны. Где вы? Ну, где вы? Вот, шерстяный, носить. Хлопчато бумажные, собрать ткань. Осталось около 3 часов дневного времени. То есть нам как-то нужно быстрее, наверное, уходить отсюда или типа того. Бежать в какие-то другие дома, либо здесь уже пережидать ночь. Но я думаю, будет логично тут пережидать ночь, потому что вроде как тут нормально. По ощущению вообще 11 градусов, не холодно. Голод мы сейчас утолим, жажду тоже. Усталость. Нужно поспать. Как раз таки, ребят. Как раз таки. Варежки. Обувь. Изношенные кроссовки. Непригодны для диких условий. Отлично. А вот и сумка переполнилась, кстати говоря. Фонарей нет горючего. Окей, ясно, понятно. Так, топорик у нас есть вообще, по идее, как бы. Ух ты, можно фонарик. Можно его поставить. Нет, давайте не будем его ставить. Нет, никуда не будем ставить его. Хотя, нет, не будем. Тут у нас что-нибудь есть? Ничего нет. Давайте, ребят, поспим, наверное, тогда. Время отдыха. 11 часов. Так... Что у нас? Ух ты, жажда. Нужно быстрее попить воды. Иначе я умру. Пить.
Ух, шикарно. Попили водички. Голод. Покушать теперь нужно. Давайте сгущенки покушаем. Стоп, стоп, стоп. Блин, стоп, 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 стоп. Открыл? Нет, отлично. Смотрите, топором можно открыть ее. Насколько меньше мы потеряем, если откроем топором? Ни хрена, сколько калорий. Так, голод еще надо поесть. У нас есть рыба, у нас есть куча всего. И особенно у нас есть удочка. Мы сможем наловить рыбы. Сейчас мы, кстати, это попробуем сделать, наверное, пойти. Так, но для начала давайте покушаем. Угу. Банка кофе. А где? А, вот консервы. Персики. Использовать топорик. Как это аппетитно звучит, когда он кушает. Так, ладно, голод, все, все нормально. Фонари, как нет горючего? У нас же куча горючего для фонаря. Где оно? Вот. Вот же, топливо для фонаря. Маленькая бутылка керосина. Черт. Можно ли как-нибудь его... Дневник, ух ты, дневник. Утро, пошел спать. Остров рогатого зайца. Съел персики. Прикольно. Разжечь огонь, спальный мешок, аптечка, лесной промысел. Давайте уйдем отсюда. Так, куда идти? Где? Так. Я помню примерно. Ох. Так, окей. Я с лестницы сейчас навернулся, по-моему. Господи, как темно. Как же темно. Где я сейчас? О, тут есть микроволновка, охренеть. Но она не работает. Наверняка. Шкаф. Нет-нет, нам нужно, ребят, бежать, знаете куда? Бежать в тот, в ту домишку. Так, дверь. Выход на улицу. В тот домик, который посреди вот этого вот. То есть, на берегу. Который в воде стоит. Который на льду, точнее, господи. Так, а сколько осталось около 3 часов ночного времени? Понятно. Стоит ли ночью куда-нибудь уходить? А, вот, зажигается фонарь. А, нет, это фаер. Ладно, отлично. Стоит ли куда-нибудь идти ночью? А давайте пойдем просто той же самой дорогой, к которой мы и пришли. Сюда. Так, нет, заберем его. А вот, смотрите, теперь можно собрать мясо. У нас же есть топорик. Шикарно. И еще мясо. Добавлено к ресурсам 1 килограмм оленины. Охренеть. Топорик 82%. Что такое? Ну, все, все отлично, все. Я уже испугался. Что-то игра подвисла. Так, ладно. Надеюсь, не провалюсь, чуваки. Надеюсь, не провалюсь. Ух ты, открыто достижение. Первый из всех. А, мы с вами выжили один день. Ровно сутки. 24 часа. Так. Вот, побежали сюда. Ух ты, смотрите-ка. Льдины. Это льдины? Да, это льдины. А может как-то зажечь эту штуку можно? Нет? Что это вообще такое? Теплее. Где ближайший домик? Ближайший. А, вот же он. Вот же домик ближайший. Господи, как же мне страшно бежать по этому льду.
Давайте вот так вот. Сократим к минимуму наше пребывание на льду. Так, все, мы в домике. Мы в домике. Нас никто не тронет. Сейчас нужно зажечь крутой огонь. Боже, давайте вот сюда вот кинем фаер. Пусть будет. Печка буржуйка, 27 минут, отлично. Так, а вот теперь у нас есть чем разбить лед. Давайте попробуем разбить лед и порыбачить. Осталось около 2 часов ночного времени. Прорубь чистая, ё-моё, смотрите. Ну-ка, часы рыбалки. Увеличить приблизительно расход калорий. 125 текущих калорий. Окей, начать рыбачить. Давайте попробуем. Ой-ой-ой. Она была вот такая здоровая. Посмотрите, достижение. Кижуч сырой. Шикарно. Как переохлаждать? Черт, буржуйка. Быстро-быстро зажечь буржуйку. Ух ты, пока я рыбачил. Смотрите, час же прошел, а печка всего на 28 минут. Давайте древесину тогда еще подкинем. Кедровые дрова, они же как бы дольше, да, горят? Горят, походу. Оленина сырая. Ну-ка, давайте приготовим оленину. И опять у нас переохлаждение. Что за фигня? Вроде норм еще. Переохлаждение. А ну-ка, здоровье 74. Что это там у нас? Холодно. По ощущению, минус 2. Так, ну ты... Блин. Давайте тут еще костер разожжем. Вот так. Так вообще будет шикарно. С двух сторон у нас будет огонь. Ну-ка, а теперь? Как будет теперь? Ну это же лайфхак, ну черт возьми, ну... О, по ощущениям, все, шикарно. Поставим сюда спальный мешок. И все отлично. Сейчас холод будет уходить. Прорубь заморожена на 2%. Видимо, нельзя надолго ее оставлять, прорубь. Так, нужно подкинуть сюда дров. А у нас только книга, смотрите, ни одного. Нужно как-то дерево, может быть... Топить снег. Топит снег. Костер сожжено. Черт, а у нас и сюда нечего добавить, по-моему. Топлива нет вообще. А вот это уже фигово. What the fuck? Ни хрена не видно. Че за фигня? Это что, вода не питьевая? Так а зачем она нам не питьевая нужна? Холодно, смотрите, холод ушел, усталость, голод и жажда. Так, ну что ж, тогда нужно бежать отсюда. Что-то тяжеловато. Да, нужно отсюда, ребят, бежать. Потому что... Все, рыбу мы словили, рыба у нас есть. Кстати, у меня была оленина где-то сырая, не сырая, точнее, приготовленная. Давайте покушаем ее. Угу. Кушали. У нас есть рыба, которую мы можем немного позже покушать. Нам нужно двигаться дальше. Вот такой вот у нас цикл выживания получается. Что, мы реально выживаем. Так, там мы были, по-моему, вон там вот те дома. Ах, блин. Так, насколько я помню, нам нужно по правую сторону идти. Ух, давайте аккуратно-аккуратно пройдем. Шикарно, такие звуки, ребят, здесь просто круто. Просто круто. Так, нам нужно бежать, потому что холод очень-очень быстро. Отметка, видите? То есть,
шкала холода. Нам становится все холоднее и холоднее. Вот об этом я говорил сейчас, про седания FPS, небольшие такие. Ну ладно, это терпимо, в принципе, терпимо. Так, все правильно иду. Правильно. Ух ты, что это? Поваленное дерево. О, черт. Блин, это же кошкин дом. Здесь нельзя проходить. Черт, нужно обойти. Все, обошел. Обошел, все нормально. Опа, опа, опа. Все хорошо, все отлично. Прошли мимо... Вау, машина! Так, патрон для ружья, охренеть. Конечно, полезная штуковина, но если ружья нету, то она бесполезная, в принципе. Радио не работает. Окей, ладно, надо валить отсюда. В машинах прятаться только от волков. И все. Мы продержались один день, 4 часа. Там олень убегает. Сколько? Окей, больше всего я сейчас хочу пить. На морозе, ага. Давайте пробежим. Лучше все. Весь этот путь. И потом немного дальше покушаем, попьем. Отдохнем. Согреемся. И все будет у нас хорошо с вами. Так, вот это я пришел. Смотрите, тут знак какой-то. Что за знак? Хрен пойми. На что похоже? Похоже, типа дорога запрещена или типа того. Смотрите, а там еще один знак. Лесопилка, походу, где-то рядом. Но где? Тут есть только одна дорога, она ведет туда. Но... Ух ты, что это было? Так резко как-то посветлело. Ух ты, смотрите, вот дома. Эй, Канада, эй, Канада. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Прибрежный поселок. Посмотрим, в тачке есть что-нибудь или нет. Если есть, то забираем. И идем в дом. Все, уходим. Фух. Вот здесь, ребят, с вами нам можно будет и покушать, и попить, и поспать, корм для собак, микроволновка, холодильник. Что это за звуки? Как будто свинью резали. Так. Угу. Что у нас тут? Порванная газета. Ух ты, шарф! Шарфа у нас, кстати, нету. Это нам будет теплее намного. Конечно, носить. Конечно, одеть. Ботинки. Собрать кожу. Нужно собрать с них кожу. Я бы сейчас что угодно выпил, конечно. Я знаю. Так, пригодно. О, все. Жажду утолили, теперь голод. Теперь голод. Вяленую говядину покушаем. Что еще? У нас есть сырая рыба. Она же сырая, да, по-моему? Да, сырой. Корм для собак. Калорий 500. Видите, ребят, в апокалипсис пофиг, что кушать. Будь это корм для кошек, для птиц или для собак. Для птиц, зерна. Щелкать. Вот, кушать все равно нужно. Обезболивающее применить. У нас есть еще. Давайте используем топорик. Сейчас мы, наверное, ребят, тут покушаем с вами. И, скорее всего, здесь мы с вами уже выйдем. Да, я надеюсь, вам нравится это мое прохождение этой игры, точнее, длительное выживание. Вот. Потому что на этот раз мы выживаем с умом. Мы уже вторые сутки живем.
Не каждому это дано в этой игре, наверное. Так. Вот эту кроватку, в которой мы будем спать. Как раз таки мне нужно сейчас поспать. Да, такие дела. Окей, друзья. Спасибо за то, что посмотрели это видео. Спасибо за то, что вы со мной. С вами был Том. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Еще раз простите меня за голос, друзья мои. Я просто немного приболел. Поэтому да. Давайте, чуваки. До скорых встреч. До следующих видео. До следующих видео.